поскольку я не ожидала, что вы так далеко пройдете. Придется разработать новую программу специально для вас. Прекрасно. Надо отметить, что я создала этот тест только для того, чтобы испытуемые терпели неудачи. А вы справились. Должно быть, вы очень горды собой. Я приготовлю какую-нибудь маленькую награду.
Давай я подвину это. Поздравляю. Я уверена, будь у меня время отремонтировать эти камеры, вы бы никогда их не прошли. Так что в очередной раз поздравляю вас с завершением нерабочего легкого испытания. Следующее испытание опасно. Сейчас вернусь. Ты выжила.
это интересно. Полагаю, надо было включить в расчет твой вес. Насчет последнего разговора, ко всему прочему, ты уродина. Сейчас я читаю твое дело, и здесь это написано несколько раз. В следующем испытании используются турели. Помнишь их, да? Светлые сферические штуковины, стреляющие пулями. Желаю удачи. Недурно. Я и забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Все же нужно поторопиться. Нужно провести еще много тестов. Поддерживать непрерывность испытаний, я круглые сутки имитирую дневной свет и добавляю адреналин в воздух для дыхания. Возможно, из-за этого у тебя нарушено чувство времени. Если тебе интересно, вчера был твой день рождения. Здесь написано, что следующий тест был разработан Нобелевскими лауреатами.
Здесь не сказано, за что они получили премию, но точно не за иммунитет к нейротоксинам. Однажды ты так растолстеешь, что если подпрыгнешь, то грохнешься как камень в кислоту, вероятно, как картофелина во фритюрницу.